замечательно. А чем понравился? Игра актеров, ну и так много. Прочти есть Чехову. А чем понравился? Как артист играет, да, это что очень близко, рядом. Меня лучше не спрашивать. Я не знаток театральной деятельности. А чем понравился спектакль? Ну, это психологический спектакль. Поэтому, как бы, это надо думать. И не комедия, а, как бы, я считаю, что это жизненно и в наше время актуально. Спасибо. Понравилось. А чем понравился? Актеры очень хорошо играли. Поставлю. Не убавить, не прибавить. Здорово. Спасибо. А чем понравился? Очень понравился. Ну, вообще актеры играли просто великолепно. И вообще атмосфера, и они передали очень хорошо произведение, очень эмоционально, и каждый актер на своем месте очень понравился. Хороший спектакль. Спасибо. А чем понравился? Все понравилось. Да, очень грубый, гневный, да. Спасибо. Понравилось. А чем понравился? Постановка очень близко к тексту. Да, и игра актеров, конечно, очень понравилась. Спасибо. Очень хорошо. Актеры играли хорошо. Сюжет интересный. Режиссер вообще супер. Что не часто встречаешь. Вот мы получили удовольствие. Очень довольны. Я скажу своей дочери, всем знакомым. Спасибо. Молодцы. А чем понравился? Даже трудно сказать, и игра актеров, и, наверное, в первую очередь внутреннее содержание, и вот та проповедь, то есть я вот это воспринял как для себя, как проповедь. Mm-hmm. И из уст актера. Спасибо вам. Огромное. Спасибо вам. Впечатление очень хорошее. Mm-hmm. Было неожиданно увидеть такую пьесу интересную. Так что актеры играли очень хорошо. Mm-hmm. Спасибо. Мы довольны. Спасибо.